Добрый день, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Slendy Tubes. Мультиплеер. Мы продолжаем. Тут у нас заражение, короче, идет в пещерах. Вообще обалдеть. Тут, короче, надо дробовик хватать. И вот отсюда прямо отстреливаться, потому что тут вообще преимущество на стороне вот этих вот зомби-пузиков. Эй, бляха-муха! Блин. Ну, как я, собственно, и сказал. Так, остался один. А вот, собственно, и в чем проявляется данное преимущество. Мы видим сквозь стены. И стены очень, так сказать, их тут как бы много, много извилин, много закоулков. И мы знаем, где находится враг, а он не знает. И в этом, конечно, огромнейшее преимущество. Так. Блин, а, подстрелил меня. Ну все, и зарезали его, просто запинали, бедолагу, а. Все. Никого не осталось. Кстати, так забавно, видно это. Карту. Ой, что-то аж как-то синенько все стало. Блин, мне на секунду показалось, что это. Блин, а что ж ты с мордой ты кровавой бегаешь? Так, я, короче, сюда встану. Вот так вот. Из дробовика буду стрелять. Пусть враги бегут. А я вот отсюда буду как бы это... отстреливать. Я думаю, лучше даже пистолет взять. Ну, чтобы наверняка. Просто сидим на жопе и не рыпаемся. Ой, 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 там брунозавр, смотрите, валит прямо. Так. Сейчас такая орава, походу, побежит. Мы прямо балдеем тут нафиг. Ну, нас тут как куриц прирежут. О! Ай, бляха-муха! Да что ж такое? Прям целенаправленно за мной бежал. Да чтоб тебя. Так, ладно. Давайте бежать за этим. Тут тупо просто мясом задавим и все. Тут как бы никакой другой тактики особой-то и нету. Ну пусть он на себя огонь принимает. А я как бы это... Твою ж медь, а. Давай, 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 давай. Блин, хотя бы одного завалили, нормально! Осталось двое... Так. Просто зашибись. Во, во! Спецназ, спецназ, спецназ работает! Всем лежать! Да. Как он в меня-то попал-то? А прямо дробина в рыло прилетела. С ума сойти. А можно ли, интересно, вот сюда вот как-то под карту уйти, а? Или все-таки нельзя? Блин, а? И мало, главное, этих серверов нормальных. В одних где-то нормально играет, но все виснет порой. В других ни хрена не играет. Друг на друга пялятся, хоть ты Versus, хоть ты Infestation и вообще. А, ну все сдохли, замечательно. Так. Нос. Блин, да чтоб тебя! Где мой дробовик? Я лучше с дробовиком буду бегать. Такс, такс. Ну куда вы собрались-то все тут, а? Так. Ёпа! Тупик! Так, ну он побежит за этим. По-любому, да? Текс, текс. Тут главное не сплоховать. По сути, все будет сводиться к одному выстрелу.
Слушайте, пойду-ка я лучше к ним. А то мне что-то как-то одному тут это кукарекать вообще не вариант. Пацаны, пацаны, я здесь, пацаны. Блин, собрались компании все, а? С ума сойти. Они просто подойти не смогут вообще с такой-то огневой мощью. Блин, вы не разбредайтесь, одной этой пусть встанут и все. Каждый свою зону берет по выстрелу из дробовику, в случае кого, 100 пудов попадает и сразу дохнет. Так. Ну сейчас так по одному нас всех и по... поразберут, а? Ну... Твою мать, а? Куда они ломанулись-то? Чё там, уже стреляют, что ли? Они куда бегут-то? И, блин, и на инглише никто не общается, самое что интересное. Ну и чё? Где веселуха? Нет, это вот место вообще ни о чем. То было лучше. Гораздо. Ну что, отправимся на поиски. Сезон охоты на сленди-блюдков открыт. Угу. Так. Будем искать. Хер ли на одном месте-то торчать? Ой, блин, куда все ведет-то, а? Куда все ведет, блин, а? Так. Вот он. Готов. Ну и где-то тут должен появиться. А интересно, что будет, если, допустим, мы выиграем? А? Какой тут будет результат, итог? Ой, а тут со мной один был, он что, сдох теперь, что ли? Ну ёпа-мать, ФКшник какой-то, а? И главное не кикнуть ведь, да, вот вроде как. Как хреново. Так, ну судя по тому, что тут, видимо, нету, придется, скорее всего, куда-то сюда идти. Блин, лабиринты такие, обалдеть просто. Я уже не знаю, как назад, кстати, идти. На этой карте лучше в Versus сыграть. Самое что ни на есть. Блин, выпустите меня нахрен отсюда. Там я выход вижу. Ну, зашибись. Просто по карте бегаем, да? Ищем приключения на свою жопу. Так... Ладно. Обалдеть, а? Ну, где этот? Сумасшедший. Тикс, тикс. Охеренный режим. Бегаем, ё-моё, и ищем его, когда все должно быть наоборот. Ребят, ну там тупик. Так, может быть тут что-нибудь есть.
Ну тупик обоссанный, ну идти твою налево. Да что ж вы за мной-то бегаете-то все, а? Берут и за мной бегают. Так, еще один ушел. Угу. Все, все покидают, все... Народ разошелся, я один как дурак остался. Ну елки-палки, а, охеренно поиграли. Вот такая вот ситуевина с серверами. Хрена с два нормально поиграешь, называется. Во-во-во-во-во-во, нормальный режим, походу, и ребят, кажись, это... Нашел нормальных. Главное, чтобы не кикнули меня. Тут, короче, вообще жесть полная, тут... Тут survival, усиленный режим... На два черепа, по-моему. Я, честно говоря, даже не знаю, как я тут буду сейчас этот период пережидать, потому что... В принципе, вы сами все видите. Просто офигеть как. Блин, как же мне, а? Как же мне до них добраться-то? Блин, взлетаю я! Ни хрена себе, вы видали, да? Я взлетел! Вот это да! Нормально, игра все, так сказать, поражает и поражает новыми способами. Ага. Мне нужны очки. Такс. Вау! Двигаем, двигаем, двигаем. Во! Так, валим этого. Черт, робот! Хватит кланяться. Такс. Ой, блин, с моей пигалицей тут нихера не светит. Ребята, стреляйте. Ох ты, ёб! Это было больно. Блин. Ребята, вы давайте стреляйте в него. А, взял еще и вышел. Красавчик. Вау, 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 вау. Вали его. Ну, слава богу. Блин, у меня здоровье-то осталось. Вообще ни о чем. Так, хилку берем срочно. И что-нибудь, блин, ну что-нибудь посерьезнее ни хрена уже и не получится. О, ну что, субмашин-ган, МП-ху давайте возьмем хотя бы. Ну и пистолет. Патроны. А больше-то и ни на что не хватает, к сожалению. Ну, ладно. Пусть будет так. Будем стараться стрелять, так сказать, это... Очередями, точно в голову врагов. Все больше. Блин, ну охерень. Блин, вообще обалдеть. Так не постреляешь особо. Двигаем к точке. Собираем их за собой. Вот. Что-то все время пишут, пишут. Что пишут? Нихера непонятно. Такс. О! Появился. Сейчас там за нами орава такая будет. Блин, ой, блин. Слушайте, чё это, вы чё тут?
Не вздумайте тут сдохнуть еще. Блин, что это было? Какие-то странные звуки и вещи творятся. Ой. Так. Блин. Ага. Во. Нормально, да? Ха-ха-ха-ха! Вообще ништяк, да? Текс. Они там живы хоть? Ну эти-то сложили. Вау! Твою мать, ни хрена себе мне прилетело. Так. Прилетело мне здраво, конечно. Так. Все. Фу, прям врыло практически. Надо, короче, это. Брать пулемет. Так дело не пойдет. Где у нас там? Вот, саппорт машинган. Саппорт машинган. Так, это берем. Патроны надо взять. Блин, офигеть. Как все летит. Ну ладно, пулемет есть как бы, и уже, считай, шанс на победу резко возрос. А, он еще ищет деньги, блин, а... Ой, блин. Чё-то... Да, вон, видите, спрашивает. Монеты, все дела. Я, блин, дал бы чё-то, но... Ноль? Жалко, оружие скинуть нельзя. Значит, придется как-то самим разруливать. Так. Давайте, давайте. Ну, пусть хотя бы в рукопашную. Под такой-то музон можно и в рукопашную валить. Так. Ой. Ой. Так. Самое время занять охренительную позицию. Такс. Я просто как это... Блин! В меня чуть не пульнул. Так. Они там как, живы хотя бы? Ага. Давай, 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 перезаряжайся. Быстрее к нашим за спину заходит. Так. Блин, они так... О! Фантом! О! Сука, а! Гранатометчик херов. Я тебе что, танк, что ли, чтобы в меня из гранатомета стрелять? Значит, переходим, так сказать, к активным действиям. Круговым. О, ох, ни хрена себе! Появились такие прям передо мной. Ой. Это кто такой? Кто это? Так. Так, пришла пора побегать немного. Текс, текс. Ага.
Так. Нормально. Куда? Куда делся? Черт, вон он. Давай, давай. Вау! 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 Тихо. Зараза. Ой, чувак, беги. Беги. Блин, опять стволы клинят. Да ёб твою медь, а. Шо ж за непруха-то такая? Так, надо срочно лечиться. Так, лечимся. Берем патроны. Патроны, патроны. Давай быстрее сюда. Быстрее, быстрее. Так, блин, ну вы красавчики вообще. Твою мать, ну хватайте вы, ёп. Какие вы сл... Ой, бляха, муха, а. Я чувствую, мы не дотянем до конца победоносного. Главное, чтобы они еще не вздумали сдохнуть, ё-моё. А то деньги, считай, тогда будут потрачены впустую. Мне это вообще не радует. Давайте хоть пистолет в это... возьму. Ой, блин, ребят, вы там что, остались? То есть я им скинул деньги? Так... Они просто стоят на месте и ждут, когда в них что-то прилетит. Молодцы. Так никаких патронов не хватит. Блин! Нифига себе! Текс. Давайте, давайте. Они там что, из пистолета все стреляют до сих пор? Я ж там вроде что-то скинул. Неужели там добавить не могли и купить что-нибудь? Блин, 46, а? Но у меня патронов нормально. Так. Так. Здорово. Здорово, здорово. Господи, чё их там так постоянно колбасит? Их там кто-то бьет, что ли? Так. Время перезарядки. В спину прям так расстрелял вообще, да? Обалдеть. Бляха-муха, кто? А, он прям здесь появился. Обалдеть, прям за спиной, да? Красавелла. Так. Перезаряжай. Да уйди ты. Так. Там кто-то остался, что ли? Давайте, давайте, бежим. Нифига себе у него ствол в руках. Это что, пулемет так, что ли, выглядит, да? Со стороны. Готов. Фу, ну, ребят, надеюсь, у вас... Так, сразу видно, у ребят есть деньги. Так, я, короче, что делаю? Покупаю патроны. Да? Покупаю калаш. И... Так. Ну вы ему-то скиньте.
Эй! Кс-кс-кс-кс. Хватай! Биткоины валяются, нахуй, хватай! Дурак! Ну все, красный все забрал, а? Все продали, все пропили. Фу. Погнали, 104 врага. Сейчас мы тут обдрищемся на славу. Ой, ребят, тут надо позицию. Ой-ой-ой-ой-ой! Офигеть. О, крутой, крутой, крутой идет. Соник. Так. Где? Ага. Так. Патроны кончились. Так, ты двигайся, двигайся! Так. Угу, угу. Ну давай там. Кто еще? У меня патронов тут дохренища. Ничего не было. Сдох! Просто взял и сдох! Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Так, надо поодаль стоять друг от друга, чтобы хотя бы в двоих не прилетела граната эта. Вау. Так. Нормально, нормально. Нормально. Икс. Отлично, вот это режим, я понимаю. Вот это огонь, ну конечно хочется попробовать. Вообще самый такой сложный адский режимище, где там вообще просто кошмар. Самый что ни на есть. Но что-то я тут больше никого не вижу. По всей видимости, они сюда отступили. Да, у них там видимо заварушка идет. Ну погнали. О! Это я удачно заскочил. Так. Ой, валяется. Ван Дамма грохнули, универсальный солдат. Так. Ой, 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 ой. Так. Так. Нормально, обалдеть. А вот это я устроил тут. Фух. Хорошо. Бляха-муха. Рогатый. Придурок, я здесь. Валите рогатого. Так. Господи, мне показалось, как будто кто-то за спиной. Так. Блин, уйди нахер. Рогатый, я тут! У-у-у-у! Так. Взял, сдох! Сдох просто, а! Красавчик, вообще, браво! Как ж тебе так, а? Угораздило-то. Где еще враги? Так. Хорошо, что я калаш взял. Все. Так, закупаюсь тогда патронами.
Так. Эй. Быстрее сюда. Так. Быстрее закупайся. Так. Эй, блин. Так, все. Нормально. Вамус, наверное, спасибо. Так. Будем потихоньку осваивать другие языки, так сказать. Походу. Смотрите, этот просто встал такой, стоит. Ой, ребят, что-то надо отсюда, кажется, валить. Валить отсюда надо. Тут торчать, что-то, мне кажется, вообще не вариант. Погнал я в сольное плавание. Я привык работать один. А то там кучно, на себя много этих навлекает. Лучше разбиться. И, так сказать, это... Вот сразу видно, мой клиент... Все со стволами, все. Так. Так. Ага. Один тут. Блин, ну что ж вы там? Так. Мать вашу! Вау! Вау! Чё-то больно до хрена вас! Блин, ребят, вы куда? Так. Столпились все тут, етиху мать! Так, так. Текс. Бляха-муха. Текс, текс. Надо их как-то это... Вау! Вау, вау, вау! Чё-то, блин. Ни хрена себе! Вот это пролетела граната, походу. Офигеть, это вообще, я прям... Прям между ног, короче, пролетела. Я охренею просто. Реально между ног. Фу, блин, так вспотел аж прямо, как... Капец, а? Я прям, ну чё, как Ван Дамм шпагат сделал, да, походу, в воздухе во время прыжка? Так. Так. Давай, 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 давай. Валим. Что? Блин, со спины все-таки зашли. Уходи, 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 уходи. Давай, фигня осталась, чувак, фигня осталась. Экономим патроны. Блин, да куда ж ты стреляешь-то, а? Так. Давай вот этих вот троих по одной пуле.
Да что, чё там вообще, что ли? Разброс минус 200? Денег нету ни хрена. 5000 просрали. Хотя бы бабки бы сохранялись. Ёлки-палки, это ж вообще ни в какие ворота не лезет. Ладно, будем по хардкору сражаться. Буду с ножом, так сказать. Блин, я куда вообще попал? Ёперный театр. Я, походу, не успею добежать при всем желании. Придется навязывать ближний бой, так сказать. Буду ножиком работать. Прям как этот... Леон и Краузер из Резидента. Так. Все с ножами. Так, ну-с. Капец, надо, короче, что делать? Один стреляет, другой отвлекает. И целимся все в строго в голову, да? Против кого хоть деремся-то? Пам-пам, падам-пам-пам-пам-пам. Нормальная песня играет, да? Вот это другое дело! Прямо шансы на победу такие возрастают по чуть-чуть. Текс. А что я... А, нет, ни хрена не выйдет. Ну ладно. Блин, ну так, конечно, слиться. Всего-то назад не посмотрел. Кто? Ой. Чё, уже тут, что ли? Чёрт! Так. Так. Давай. Давайте валим. Бля, он так светится. Тихо. Петлять будем. Гранатомет кто умудрился купить? У кого-то деньги лишние были, походу. Пусть хотя бы своих не подстрелят. Так, а где? Ага! Давай, куда-нибудь отсюда, наверное, да, зайдет? Блин, с другой стороны, телепортер херов! Ну-с, братцы! Опа-на! Я с ножа, короче, иду. Ай, так тебе. Опа-на. Нормально. Не дурно так, да, с ножом я это. Опа-на. Так. Давай. Так. Вау. Нормально. Сейчас прямо с ножом зарежем его. Блин, зарезали. Я под это... Стреляйте, он стоит. Обалдеть. Все склеились. Взял, плюнул. Чё ж они, вот я заметил, вот эти вот игроки, они чё-то на месте стоят и не бегают толком ни хрена. Могло бы все так нормально получиться, но получилось как получилось. Вот в этом режиме интересно, это самый интересный режим, по-моему, в этой игре. Причем чем сложнее и чем больше народу, тем круче. Ну ладно, друзья, давайте закончим тут и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья, приятного настроения, всем пока.